Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW Cabrio. Небольшой ремонт переда, все детали меняются, капот, крыло, бампер, фара. Разбираю и делаю необходимые мне измерения. По высоте, как видите, лонжероны на месте. По диагонали практически тоже. Пару миллиметров в расчет не идет. Ну что, так как основной удар пришелся на капот, лонжероны на месте. И основное повреждение — это полка крыла, верхняя часть лонжерона. Ее я вытяну, а затем заменю. Итак, вытянул, удалил поврежденный металл, и теперь сюда можно вварить кусочек от донора. Вот эта донорская часть, с него я и возьму. Но сначала подровняю то, что осталось, а затем примерю и приварю кусок. Итак, выставил все по размерам, примерил все, что можно. И теперь я могу приварить эту часть лонжерона. Итак, эта часть приварена. Сейчас я ее покрашу. И затем начну скручивать весь перед до кучи. Ну что, друзья, на этом работа с металлом закончена, и моя работа тоже. Так как детали, которые были заменены того же цвета машины и в хорошем состоянии, краситься будет только бампер.
Ну а на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!